Воспитанникам детского сада номер 18 росинка компенсирующего вида вручили подарки, канцелярские предметы и игрушки. На торжественном вручении присутствовали депутаты, представители муниципальной власти, спонсоры. С их стороны такое внимание и такая забота о росинке стали обязательным делом, важной составляющей социальной политики. В детском саду созданы все необходимые условия для коррекционной развивающей помощи детям. Здесь трудятся логопеды и дефектологи, педагоги-психологи, есть кабинеты психологической разгрузки, сенсорная комната, коррекционный зал и помещение для занятий логаритмикой, где для помощи детям с ограничениями по здоровью применяются специальные тренажеры. Здесь делается все для того, чтобы детям было комфортно. Проводится большая работа компенсирующей направленности всеми специалистами. Дети дают положительную динамику, практически 95% с хорошей динамикой. И дети успешно потом обучаются в школах. Мы, естественно, поздравили детей. Спасибо всем спонсорам, которые привезли подарки. Это мы делаем практически на многие праздники, и Новый год, и 8 марта и многие-многие другие. Здесь побывало огромное количество неравнодушных людей от администрации, от наших спонсоров. То есть вот это показатель того, что детский сад действительно демонстрирует вот такие успехи, и, конечно, хочется помогать. Детский сад номер 18 «Росинка» – один из самых первых в Щелкове. Ему уже более 90 лет. Созданный в 1928 году при шляпной фабрике, он в 1995 году стал муниципальным. И именно тогда в нем начали работать первые группы для детей с ограничениями по здоровью. Сейчас в учреждении их более 250. Здесь работают 13 групп, компенсирующие направленности. Андрей Цеханович, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.